Самая дорогая награда. Детям солдат, погибших в Великую Отечественную войну, вручили медали в честь Дня скорби и памяти об их родных фронтовиках. Многие из награжденных никогда даже не видели отцов. Они ушли на фронт до рождения детей и домой так и не вернулись. Нина Головнова потеряла отца в 1942 году. Он умер в сражении под Оржевом. Женщина родилась на следующий день после его смерти. О папе девочке рассказывала бабушка. Сейчас у Нины нет даже фотографий своего предка. Мы уже и не надеялись ни на какие награды или что-то, что нас вспомнят хоть когда-нибудь. Ну вот, вспомнили. Спасибо большое. Медали 50 южноуральцам вручает депутат Государственной Думы Владимир Бурматов. Об этом его попросили общественные активисты. Представляете, у них от родителей и так ничего не осталось. Многие во младенчестве потеряли этих или в самом раннем детстве. Кроме памяти, а родителей ничего не осталось. И тут еще и без медали оставили. Поэтому мы приняли решение, взяли на себя расходы по производству этих медалей.